Хочу показать вам сорт украинской селекции Росавка. Сорт очень урожайный, плоды крупные, болезнями практически не поражается. И яблочки все одномерные. Вот какое яблоко. Их уже надо снимать, потому что сегодня 3 октября. Это яблоко какое. Лежат в подвале обычно долго, до апреля. Не теряют сочности, не теряют вкусовых качеств своих. На вкус кисло-сладкая, в меру ароматная, ну, легенький аромат, еле-еле у него. Яблоки красивые очень. Надо снимать их. Вес примерно 250-300 грамм. Это с учетом, если нормировка небольшая. У меня завязалась тут немножко еще. Но сорт очень урожайный. Я там, где брал его, у людей на среднерослом подвое 70-80-100 килограмм с яблони получается. Каждый год, причем без периодичности. Вот оно как-то так хорошо себя показывает. Периодичности нету. Ну вот если много заказалось, то они вот такие вот красавчики висят. У меня тут веточка вщипнутая. Это не яблоня, а веточка. Вот она вщипнутая. Ну, градом ударило. Был у нас град. Чуть-чуть. Ну, яблоки красивые. Это те, кто любят умеренно сладкие яблоки. С кислинкой. Не могу сказать, что они кислые, но не могу сказать, что они сладкие. Прям такие. Ну, на вкус хорошие. Такие освежающие. Его тоже в интернете никто не снимает. Его. Не показывает. И в описании мало. Решил его тоже показать, снять. Какое оно. Вот в тенечке. Вот в тени яблоки вот такие. Это на солнце непонятно. Переливается все. Так что и украинские сорта есть достойные. Не только зарубежные. И товарность у него, конечно, на высоте. И лежит оно хорошо. Так что покупайте себе такие яблоки. Будут радовать вас каждый год. Опа. Такие красавцы. Сейчас тенек перетащу, потому что на солнце сбивает чуть-чуть. Сорт Росавка. 2017 год, 3 октября. Хорошо окрашиваются. Так что, такой украинский сорт.